Друзья, всем большой привет. Ужасная погода. Метель такая, как будто февраль месяц. Вчера снег и крышу убирали. Смысла, мне кажется, в этом нет. Скоро надо его снова убирать. Ну, это зима. Не то, чтобы дождь прошел, лужи высохли и все. Тут надо маленько помучаться. Ну, видите, как все преображается опять. Все деревья замело снегом. Сейчас опять нападают деревьев вместе со снегом. Что ж, я поехал на рыбалку. Первым делом остановился в избушке своей. Печку затоплю, чтобы потом приехать сюда уже в теплую избушку. Цель какая рыбалки? Наловить жуца. Я что-то вчера прогноз не смотрел. Думал, будет все поинтересней. Я почему-то думал, что будет похолоднее, но без вот этого всего. Наоборот, на улице где-то в районе мод. Не знаю, 12 градусов минусом. И вот такая вот пурга, метель. Все тропиночки вот эти замело от мотособаки. Пешком сюда вообще грести сейчас вообще не вариант. Так что решил все-таки ехать. Не знаю, сейчас печку затоплю. Поедем дальше. Здесь снегу. Все в снегу. Друзья, я забыл совсем. Конкурс у нас прошел. Вовли разыгрывали. Короче говоря, товарищ. Или мод. Но в любом случае товарищ, которого зовут Рамзес, пользуется связаться со мной. Потому что эти вовлеры ваши. Больше всего комментарий. Ваш набрал лайков, там без вариантов вообще, бесспорно. Так что жду где-нибудь ВКонтакте или где-нибудь. Спишитесь, пожалуйста, со мной. Где-нибудь сидеть бы, где ветра нету так. Бачить-то можно, я не знаю, там, ну, пустырь, что река, там по-любому заметают. Ладно, давно не рыбачили, помучаемся, ничего страшного. Сейчас печку разбодяжим, потом приедем, на готовое уже. Вот, тепло и уютно. Перекусим, чаю попьем. Сначала надо сделать важное дело. Наловить жильцов, чтобы потом уже думать, куда ехать, рубалить. Так, спички. Блин, замерз, не замерз, но вот это вот состояние, скованность. Как-то непередаваемое ощущение. Все, в лицо летит, где ж мучаешься. Друзья, погодка не угомонилась никак. Печка топится, идем дальше, не будем времени терять. Мне кажется, часика два половим, если хороший клев. Нам этого хватит. Вряд ли там много народу. Первый раз еду на это место. У нас, соответственно, дальше от избушки. Ну, с людьми разговаривал, вчера даже разговаривал с человеком. Он Серега подъезжал, который... Он говорит, там какие-то пулеметы вроде клюет, все. Ёршики. Латвичка. И в принципе, не знаю, если на речке выставляться, без разницы какой живец. Короче говоря, что будет клевать, то и будем ловить. Погнали. Ехал я недолго и приехал. Вот я сколько ехал. И то помогло мне остановиться вот это вот хорошенькое дерево. Иначе бы я летел бы еще, скорее всего, долго и неудачно. Замерз газ. Он начал набирать обороты, у меня вариантов нету. Упереться в дерево. Иначе бы еще было все хуже. Газ замерз на улице 10 градусов. Твою ж мать нах.
Ну что, заводишь, он сразу едет. Я не понимаю, что с ним делать сейчас. Вот, просит газа. Вообще не шевелится. Обратно-то не уходит. Тут все эти задвигушки, хрен поймешь, что куда. Все в воде. Как замерзло, когда все в воде. Ну, такое бывало. При минус там 30-20 хотя бы. На подсосе там завожу. Он на оборотах на больших работает. Твою мать. Вот это. Я как жопу чувствовал. Вся эта рыбалка у меня какая-то не очень хорошая получится. Ладно, сейчас будем дальше что-то кумекать. Самое плохое у меня, что в этом аппарате? То, что глушилка накрылась. И вот с Юриком еще в прошлый год так все думал, пытались отремонтировать. Но нифига понять не можем, как она работает, глушилка вот эта. Глушу чисто подсосом. Включил подсос, и все, она глухнет. И когда поработала. Либо свечку сдергивать. Что с ним делать сейчас, вот я не понимаю. Ну блин, как можно замерзнуть в такую погоду? Мухи еще, наверное, не спали. Там еще жерди, блин, завалены снегом. Ну, я в них уперлась, и все. Телегу поднять не могу, у меня еще плечо болит.
Думал, снег. Половлю живца, донки сделаю. Буду ездить на реку, проверять. Смотри, суп. Материться. Я не могу просто не материться. Пешком быстрее находишь. Я будешь 11 часов времени. 11 часов уже обед, блядь. Я все езжу, какого-то хрена. И никуда не уеду. Самое это обидно. Надо оставать чай, кашу, маляшу, чай пить и все. Бросать это в корыто нахуй здесь. Чтоб не видеть его больше никогда. Снегом закопать еще. Только плечо прошло, блядь. Хер так дернул. Сегодня уже проснулся, блядь, не чувствую его все вроде. Не болит нигде ничего. Не болит, да. Получай. Покатайся на покатушках на этих сраных. Ничего не чипится. Ну, сейчас по бездорожью можно выходить уже пешочком домой. Нормально, к ночи-то успеем как раз. Своян-то все равно нету. На нем ехать я не поеду, даже все равно заведется. Если я вытащу, я не вытащить его все равно. Не собираться, вода, пить чай, варить все равно нахер. Еще не по тому пути поехал. Лучше бы старый путик хорошо промял, чем этот. Пробивал дальний, через поля. Отличная рыбалка, отличная. Ля купил вчера. Ух, рыбачу сейчас. Крупцов наловлю штук сотню, думаю, побольше сразу, чтобы с запасом же. Не думалось, не думается больше. Уже пешком сходил, поймал 300 штук, выставился, да и все, пошел домой пустыми руками. На реке раньше ходил, ни хера страшного, ничего не случалось. Шаньку дать что ли? У меня уж все равно нет аппетита, пропал аппетит. Отбило напрочь. Найда, иди давай сюда. Иди. Лука. Шанька, босс. Заходи. Давай пойдем. Ты-то вся в снегу. Бери, бери. Крепечку. Ешь давай. Да, скажи, Шаньки, не пирожки с мясом. Шаньки, скажи, мне интересно. Эти движки, они по факту. Безотказные. Китайцы их делали, все их хвалят. Но они, китайцы, не делают их до отрицательных температур для больших. Вот. Я просто уверен в том, что вот, не знаю, не надо эти движки ставить на, ну или, я, мне не повезло так вот. Воздухан захлебывался нахер. Если ты, я уже часто просто научился, если совсем холодно, вообще его убирай. Если тепло, ставь обратно. Но если совсем холодно, он где-то выезжал, я говорю, ты мчишься и все, это и газ. Ну, когда он долго поработал, я сейчас сюда подъезжал, я газ сбрасываю, он медленно все равно едет. Я почему остановился там, обычно здесь остановлюсь. Ну, сейчас он это самое, пускай постоит, постоял. Вообще, еще лучше сделал. Лучше бы он тарахтел, потихоньку ехал. Перец это потихоньку сосну, так он хоть бы работал, не глох. Ну что, глох, не глох, он на ходу, у него замерзает газ на ходу в такую температуру.
Это ненормально. Да ладно, замерзла. Где там что замерзать-то? Я не... не только вот их. Вчера Серегу видел. Вчера я Серега ехал, удивился, у меня газ замерзает. Заводить и сразу надо садиться, либо это самое придерживать его, чтобы не ехал. Но это замерзает, он как объяснил. Но я видел у него на этот. Он завел и тихонько начинает ехать. У него Лифан пятерка стоит. Вчера-то сколько градусов было, наверное, 5. Я крыш замерзал, лифановский движок. У меня восьмерка стоит. До 10 градусов. Все, колел, окочурился, весь стоит, колом встал. Колом-то не встал, наоборот. Мчится как. Силы имеем. Че тут дрится? Налыли мужица, да? Лонца, дрится, гопсаса. Чтобы дома посидели. Баню еще не отопить. Вообще все полностью опять замерзло. Хотел попробовать заводить. Не стоит и пробовать. До нулевой температуры скатится. Надо будет выкапывать и выезжать. А так. Только его. Снега, мета сейчас. Как памятник будет у меня стоять тут. Ладно, бур, кан оставляю здесь, все равно потом идти за жуцом. Придется пешком ходить. Ничего страшного, мне не привыкать. Заметает махом. Не могу больше идти. Ящик не расколол. Это хорошо, что я недалеко где-то. Хотел еще на дальнюю избушку ехать. Оттуда бы мне не выбраться было. Куда-нибудь подальше забраться, вообще беда. Везунчик я, в прямом смысле слова. Повезло, что никуда не уехал. Техника должна быть такой, которой можно доверять, чтобы куда-то ехать. Не этому, не летнему, не зимнему я не доверяю. Я просто, вот уже реально, что на том, что на этом я боюсь куда-то далеко ехать. А это ненормально. Ладно, летом бросил его в кусты и пошел пешочком домой. Зимой уехал за 50 километров от дома. Все, волки сели тебя. Это игрушка. Покататься детям вот в поле. Выехал, привез его на телеге на какой-нибудь.
выгрузил, покатался обратно домой. Так. Что, после каждого выезда ремонтировать? Там то-то-то, все-то, то скизы, то хренизы, то еще что-нибудь, да не ладно. Ладно, ему 300 лет было. Не, извиняюсь, перед производителями, конечно. Но у меня просто уже накипело, я не могу. Я уже, блядь, через выезд, что-нибудь, да не то. То скизы стерлись, блядь, нельзя было выехать. Только сделали новые, опять все, полетело. Двигатель давит прямо на скизу, как она, не будет стираться. Хоть в пухлях, хоть в хухереньях. Маленько выехал на дорожку. Поплотнее снег. Просто, даже поплотнее вот снег вот это вот. Скриза стирается. Я не знаю. Оставлю эмоции пока при себе. Это один из самых херовых дней в моей жизни. Я вам точно скажу. Против снега еще идешь? Отлично. 14 градусов. Вот так-то серьезные морозы. Я сейчас шел, только ощущение, что плюс 5. С меня все течет. Будем заканчивать, потому что все у меня эмоции на пределе. Оттеплит. Буду пробовать утапать ее, перегонять домой. Ездить больше на ней не вижу смысла. В такую температуру. Минус 15. Ну что это, снегоход? Решено. Все замерзло, все колом стало. Так вот сейчас мучайся. Главное, пойду хоть домой, чаю попью. Две таблетки глицина и забыться хоть на маленько от этого всего. Кстати, всем пока. До скорой встречи. Увидимся. Ну и завтра, наверное. Может быть. Ничего сейчас не могу сказать. До скорой встречи.